что? Убежище захватили проклятые великаны. Погодите, я вот-вот закончу. Спасибо, добрый человек. Турсы как с неба на нас свалились. Где Салакар? Куда вы его дели? Брок вчера ушел из убежища еще до нападения. Салакар он забрал с собой. Куда он его понес? После твоего ухода с ним что-то случилось. Он стал просто одержим Салакаром. Тебе стоило взять с него пример. Где он? Где? Брок сказал, что тут многое не ясно, и что надо исследовать кратер Эйтри. Он потащил Салакар прямиком к Сурту. Стой! Где тебя носило эту пару дней? Дней? Неважно. Важно лишь то, куда я иду. И куда ты идешь? К Эйтри? Туда, где я смогу отомстить. Не спеши, Хави. Соберись с мыслями. Око за око, и все ослепнут. Не мне этого бояться. Ты нас всех погубишь! Найти Брока в кратере Эйтри. Глупец хочет как лучше, но может помешать моей мести. Ну и семейка эти двое. Один брат погиб из-за меда, другой от усердия лезет в самое пекло.
силой. Впереди. Покажи мне. Куда ты дел Салакар? Спокойно, Салакар здесь, цел-целёхонек. Я хотел кое-что посмотреть, но вдруг споткнулся и... Идти можешь? Нет? Я тебя понесу. Полегче! Я тебя, знаешь, не мешок с репой! Что ты успел разузнать о Салакаре? Я понял, как его использовать. А ты, верно, жаждешь убить Сурта? Смотри, будешь пировать в Вальгале. В Вальгале? Нет, это удел слабых. А я не умру. Может, миру придет конец, но я, Хави, буду жить. А как же Синдри? Это он-то из слабых. А что ему делать? Ах, да, конечно. Конечно. Синдри там, в Вальгале. Для такого, как он, это большая честь. Здесь можно опустить тебя без опаски. Ну так что? Зачем нужен Салакар? Без понятия. Он убьет Сурта? Ну, цель его не в этом. Но думаю, что да. Как? Он укрощает свет. Много света. У Бальдра был дар. Превращать ночь в день. Поэтому Сурт украл его Хуг. Да. Прочие нужны для равновесия. Но, видишь ли, там еще есть кое-кто. Как и Бальдер, не полностью. Чья это Хук? Сурта. Но маленький кусочек. Что? Не понимаю. Думаю, если Сурт прикоснется к Салакару, они... Они сольются. Но Салакар уже закончен. Не убавить, не прибавить. Части Хук всегда стремятся воссоединиться. Его Хук достаточно сильна. Если это случится, он станет Салакаром. И он станет всесилен.
Только если справиться со всем этим светом. А это вряд ли. Старые кости не выдержат. Все равно, что пытаться уместить океан в брюхе свиньи. И все же. А вдруг твои догадки не верны? Я их вообще-то не с неба взял. Значит, ты уверен, что Сурт не выдержит слияния с Салакаром? Проверь, когда он ослабнет. В идеале будет мертв. Ну, не совсем мертв, а просто мертв. Прежде чем снова восстанет. Ты молодец. Теперь дай мне Салакар и уходи. Здесь слишком опасно. Не уйду. Я прошел весь этот... Не спорь со мной, друг. Быть может, Брок послал меня на верную смерть? Нет, я погибну в Рагнарёк. Не сегодня. Не в Свартальфахейме. Тебе достался горький плод. Вкуси его и... накорми им врага досыта. Встречай! Пришла твоя смерть! Ты еще дышишь? Я это исправлю. Завоюю все девять миров. Завоюй для начала этот зал. Я хорошо тебя видел, что взорвал. Thank you.
помоги мне! Здесь не место для твергов. Хочу видеть, чем все кончится. Вот, я же говорил. А ты еще сомневался. Ошибся. Похоже, это просто ключ. А та штука, это... пол ключа. Хочешь целый? Так возьми. Ты все же зря сюда пришел. Это ты! Забери! Я не боюсь огня! Я сам огонь! Сейчас, братан!
ты тоже умер. Хочешь ты, конец твоим планам, глупец. Ты хотел завладеть силой света? Силой моего сына! Тогда бы ты стал разрушителем миров. Но теперь ты слаб. Его свет поглотит тебя! Сказать о моей победе.
подойти? А? Снова ты! Запах свободы. Я дарю ее вам. Что вы печалитесь? Вам хотелось оставаться в плену? Хюрикен? Значит, это правда. Ты все это время была в Свартальфахейме? Везде поспеваешь, Хави. Твоя ненависть захлестнула этот край, как река, что вышла из берегов. Что ты здесь делаешь? Тоже принесла дар. Дурные вести из Асгарда. До тебя они не дошли из-за твоих трудов. Что Локи опять натворил? Он сбежал из твоего плена, расковал Фенрира. Пробудил Йормунганда, разодорил Хель и собирает огромное войско. Тоже не сидел без дела. Впрочем, тебе грозит не только Локи. Скоро врата Муспельхейма распахнутся, и турсы хлынут наружу, требуя отмщения за своего короля. И вспомни о Сутунге в Йотунхейме. Думаешь, он упустит возможность отплатить за обиду? За месть придется платить, Хави, жизнью и всем, что тебе дорого в этом мире. Так меня ждет бой? Я ни разу не проигрывал. Ты знаешь о клинке Сумерек? Это меч Сурта? Тот, что рассечет небеса и начнет Рагнарёк? Он у Сурта в глотке. По пути сюда я видела луч света, бивший в небо из башни. Он рассек небеса. Твоих рук дело? Рагнарёк пришел не из-за Сурта. Он начался по моей вине. Хюрикен, будь так добра. Разве я мало для тебя сделала? Это важно. Для тебя. Отправляйся в ту башню. Там, среди пепла, ты найдешь чудо альфской работы. Забери его. Зачем? С ним ты сумеешь спасти того, кого лишилась, и хочешь вернуть. Но сперва нужно выпустить всех хуг, что внутри. Я уже знаю, как спасти любимого. Но этот способ куда лучше. Иди. В чем подвох? Тебе плевать на ее любимого. Мне не плевать на Бальдра. Если она освободит его, то он получит возможность пережить Рагнарёк. Я увижу мир после Рагнарёка. Но, увы, уже иным и в ином теле я не забуду эту жизнь. Ни один миг. И всегда буду помнить, как Один, сын Бора, отец Тора, был мной. Oh, God.
могут так. Неплохо, Локи. Скоро мы сразимся. Очень скоро. Союзники, они нас не подведут. Вроде я тебя знаю. Но это же Хави. Это место для двергов. Ты все еще здесь? Держитесь. Сыновья взбунтовались против него. Дверги верят, что доспех проклят. Думаю, можно избавить их от этой обузы. Хочешь посадить нам?
погоди. Тебя сюда не звали. Волк идет, братья и сестры. В конце концов, он настигнет каждого. Никто не спрячется. Несут ли его клыки конец или начало, не узнать, пока они не вопьются. Что же нам, покорно ждать его? Дать вцепиться в горло? Или напрячь каждую жилку и не подпускать его, зная, что силы рано или поздно оставят нас, и волк возьмет свое. Я знаю одно. Каждый день — это дар мертвых живым. Цена каждой улыбки — чьи-то слезы. И когда волк явится, у нас останутся лишь те, за кого мы сражались. Вы — мой народ. И я буду драться с волком за каждую пять этой земли, пока он не заберет меня. Я добуду вам ваши дни смеха и любви. Цените их.
Добрый день! У тебя есть? Помни, чем раньше... Что предложим? Спасибо. Мне уже... До встречи.
Ха-ха-ха.